Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о животных, которые отлично переносят морозы. Не для всех животных зима – это время для спячки, для некоторых зверей морозные дни – настоящее счастье. Представляем вам топ-5 животных, которые отлично переносят холодные зимние температуры. Белые медведи – животные, которые скорее перегреются, чем замерзнут. Они выдерживают экстремально низкие температуры до минус 80 градусов. Помогает белым медведям в этом их мех. Его полупрозрачные волоски пропускают только ультрафиолетовые лучи, придавая шерсти теплоизоляционные свойства. Полярный волк – животное, которое идеально приспособлено для жизни в Арктике. Он может месяцами обходиться без солнечного света и годами жить при минусовой температуре. Полярные волки едят любую добычу, которую могут поймать. Овцебык приспособлен к самым суровым арктическим условиям обитания. Его шерсть считается самой длинной среди всех млекопитающих. У овцебыков густой и мягкий подшерсток. Он 8 раз теплее, чем шерсть овец. К лету подшерсток выпадает, а с наступлением зимы отрастает заново. Пингвины – обитатели Южного полюса. Средняя годовая температура в этой местности составляет минус 49 градусов, а самая максимально низкая, зарегистрированная, минус 89. Однако такие морозы этим птицам только по душе. Не мерзнуть пингвинам помогает толстый слой жира и водоотталкивающие перья. Северные морские котики обожают низкие температуры. Основной ареал их распространения – северная часть Тихого океана. Радоваться морозам северным морским котикам позволяет мех, обеспечивающий термоизоляцию. Все перечисленные животные любят зимнюю погоду и не представляют свою жизнь без снега и морозов. Особенности строения тела помогают им чувствовать себя комфортно, даже при экстремально низких температурах. Эти отлично переносящие холод звери являются обитателями самых суровых климатических зон нашей планеты. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!